Если сестра Элферта не лжет, ответы я найду в руинах. Я на месте. За дверью тайны Элферта. Отошлю это Хайсуму. Может, он что-то поймет.
Все, что они делали, было во вред Альфреду. Она солгала. Здесь нет записи ордена. Отправлюсь к Альфреду за наградой. Подойди, Эйвор. Мне и тут все слышно. Нечестивцы хотели убить меня, но никто из них не преуспел. Альфред, ты позабыл о законах гостеприимства? Я сделал все, что ты просил. Это верно. Но не каждый враг врага становится другом. Ты же человек слова и воин божий. Конечно. Я живу по его заповедям. Гудвин. Лишь это серебро ты возьмешь с собой в Дракар. В память о жертве Христовой и нашей щедрости. Я предлагаю тебе выбор. Жить среди нас во Христе. Или умереть язычником на поле боя. Не отказывайся от вечной жизни. А если я не согласен? Эйвор, это дар надежды. Возможность жить дальше после смерти тела. Отказываться глупо. Рухнет вскоре твой трон, западных саксов король. Хлопают воронов крылья, несут поражение боль. Ты ошибался, Гудвин. Его уже не спасти. Предлагал надежду. Она мне не нужна.
Будь ты проклят, Альфред! Расскажу им о том, что здесь произошло.
Дай взгляну. Много не бывает. Используй умом. Думаю, это будет отличный выбор. Правильный выбор. Как твой друг, говорю, купи это. И что, это все? Приходи еще. Вилли, обустраиваешься? Да уж как умею. Я рад быть здесь, среди твоих людей. Кажется, будто нашел новый путь в жизни. Хорошо. Кстати, у нас есть куча разных палок. Дуб, бук, сосна. Вдруг зад зачешется от долгого сидения. Вот спасибо. Обязательно почешусь как следует. А потом похлебку твою размешаю. Рада встрече. Мы избавили Винчестер от власти Ордена. Увы, нам там теперь тоже не рады. Я встретился с самим королем Альфредом. Орден хотел его убить. Он дал им отпор. Альфред? Нынче уже и не знаешь точно, где враг, а где друг. Что-нибудь случилось? Лучше расспроси его сам. Я уничтожил Орден в Винчестере, но пришлось иметь дело с Альфредом. Бедный воин Христов привел тебя к королю? Странно. Будто он или она над тобой смеется. Мне уже пора. Ступай с миром.
архиепископ не знал о моей ереси. Я собирала тайны, как верующих. Казалась праведной, как настоящий ангел. Но я никогда не любила его бога. Не так, как старых богов. Истинных. Творцов древних. Вся твоя жизнь ложь? Значит, от чести не осталось и следа. Архиепископ ужаснулся, узнав правду о моей вере. И я замкнула его уста. Пора замолчать и тебе. Отличный день для рыбалки. Эйвор, время пришло. Наше время. Время для чего? Меня ждет вечная слава. Вечная слава? Боюсь спрашивать, но о чем ты? Разве тебе не ясно? Мне пора покинуть Мидгард. Я отправлюсь в залы своих предков. Если ты ищешь смерти, я тебе не помогу. Эйвор, я говорю не о смерти, а о жизни и нескончаемой славе. Да, последние дни я будто блуждал в тумане.
и говорю о том, чего ты не понимаешь. Прошу лишь, доверься мне вновь. В последний раз. Я вернусь в Норвегию, попрощаюсь с отцом и исполню свое предназначение. В Норвегию? Нужно обсудить это с Рандви. Как скажешь. Я буду ждать тебя у причала. Только не тяни время. Эйвор! Посмотрим на карту союзов. Может быть, пора вернуться в Норвегию. Сигурд хочет увидеть отца, а потом... там видно будет. Я слышала дурные вести о Стюрбьорне. Будьте осторожны. Нам пора в путь. Вернемся, как только сможем. Что ж, удачи вам обоим. Сигурд. Эйвор, отправимся в Норвегию и дальше. Да, в Норвегию. Славно! Вперед! Поднять парус! Все, как и прежде. Но такое чужое. Считанные годы за морем изменили нас больше, чем десятки лет здесь, брат. Здесь так холодно. Я уж и забыл, насколько. Нужна история. Я часто думаю об Эстрид и жизни в Эссексе. Тогда я был на год моложе и куда безрассуднее. При виде нее во мне бушевала буря. Но теперь она стихла. Теперь это земли Харальда. Его горы и фьорды. Мне больно даже думать об этом. И наш отец остался ни с чем. Это был его выбор. Он легко гнулся и сломался. Не жалей его. Да. Сколько лун я не мог спать, думая о его предательстве. Желал ему самых худших бед. Он заслужил лишь бесчестие. Не думай об этом, Сигурд. Оставь старика в покое. Нет. Пусть он вкусит ту же горечь, что и я. Пусть узнает, что упустил, оставшись здесь, чтобы есть с рук завоевателя. Хочешь с ним поговорить? Да. Лицом к лицу. Я скажу все, как есть. Так, рассказывай дальше. Эстрид отличалась от других девушек. В ней не было ничего напускного. Ее ум был остр, как меч. Им она могла лишить достоинства. Изящная, светлая. Сама Фрейя не могла бы ступать так легко. Альрекстад процветает. Вопреки предательству отца. Ты точно готов? Я скажу то, что нужно сказать. Не боишься отповеди?
О, нет. Я жду ее. Но может, старый пес разучился лаять? А может, тебе удастся его подстегнуть? Разжечь пламя рассказами о нас? Если так, я подожду масло в это пламя. Причаливай. Что ты видишь? Как там сказала Рандви? Отец проводит дни в медовых залах, а ночью спит на голых досках. Именно. Поищем в залах. Есть один поблизости. Немало горемык в нем заливают горечь. Что ж, посмотрим там. Идти с пустыми руками? У нас и подарка нет. На что крысам подарки? Разве что понюхать. Этот бедняга лизнуть. Здесь смотрю, ты весел, брат. От рассвета до заката просто сидит и смотрит в свой рог. Ему не... Лучше уйти, только глянь. Отец. Сигурд. Мой сын и Эйвор. Слава Одину! Дайте мне на вас посмотреть! Нет, лучше не подходи. Во имя Тюра, что случилось? Какое страшное увечье. Как ты? Лучше, чем кажется, уверяю. За это стоит выпить. Ваш путь был долог, а здесь холодно. Хмель согреет вам кровь. Мы пришли сюда не веселиться, а взглянуть на жалкие останки былого величия. А потом развязать войну против Харальда и захватить власть? Это ваша цель? Разорение и гибель? Что за вздор ты несешь? К чему мне воевать за это промерзшее болото? Говорят, в Англии и так уже полным-полно королей. И я подумал, вдруг ты вернешься, чтобы... Я отринул всякие мечты о короне, отец. Меня ждет нечто более великое. Я вернулся сюда лишь с одной целью – попрощаться. И поблагодарить за то, что подвел меня. Подвел? Как отец, как конунг, как человек. Без этого я не открыл бы свою истинную суть. Ты говоришь «подвел». Но клятва Харальду была единственным разумным выходом из положения. И что же ты делал все это время? Топил горе во хмелю и сожалел о несбывшемся? Я пытался добиться мира на нашей земле. И призывал всех объединиться. Говорят, ты спишь на полу рядом с Харальдом и ждешь приказов. И разеваешь рот, чтобы он мог справить нужду. Ты смеешься, хотя я служу великому человеку. Тех, кто служит тебе, ты также презираешь? Ты жалкий червяк! Сигурд, мы не за этим пришли. Разве? Подумай. Я все решил. А ты, Эйвор? Я желаю тебе обрести покой, раз ты нашел новый путь. Я его не нашел, Эйвор. Я его выбрал. Ведь любой другой путь привел бы лишь к распрям, смертям и горю. Твой отец понял бы меня. Он погиб ради мирного пути и спас семью ценою своего доброго имени. Нет. Мой отец, он... Он был... Он любил тебя. Вот и все. Речи трусов.
С меня хватит! Сигурд, с тех пор, как ты родился, я хотел лишь одного. Верить и власть, и земли, и наш народ тебе. Но со временем все меняется. Постепенно я осознал правду и ее неизбежность. Из тех, кто противостоял Харальду, остались только мы. Война с ним погубила бы нас. Откуда ты знаешь? Мы могли дать отпор. Могли, да. И потеряли бы бесчетные жизни, лишь во имя своей гордости. Правды мы не узнаем. Ты слишком сильно боялся, чтобы рискнуть. Присмотри за ним, Эйвор. И если получится, уведи прочь от края пропасти. Он ведь мой брат, а не пес. Береги себя и с честью служи королю. Наконец-то это закончилось. Слава богам. Теперь нам пора в путь. К новым берегам. К моей цели. К моей судьбе. К концу моего пути. В этом мире я последую за тобой куда хочешь. Но дальше, за его пределы, могу передумать. Вряд ли передумаешь, Эйвор. Думаю, тебе понравится то, что я покажу. Все думаешь об отце? Вовсе нет. Размышляю о своих видениях. Они так похожи на явь, словно это воспоминания. Расскажи мне, что ты видел? Самым первым была большая дверь во льдах. К северу от Хордафюльки. Арка над дверью была увенчана камнем Сак. Видения становились четче. Дверь открылась, и я увидел древо жизни Игдрасиль, золотые поля Вальгалы и лики наших богов, что звали меня другом, братом, воином. Я был среди них как дома, ощущал их любовь. Тебе стоит знать, ты не одинок. И мне были видения. Правда? И что же ты видел? Трудно описать. В них был Один, но он вел меня во мрак. И Норны, что придут нити судьбы из омутов крови. А еще ужасный волк Фенрир, ветви мирового древа и человек с... Продолжай. Валка предупреждала о предательстве, но как это случится, я не знаю. Ясно. Я не нарушаю клятв, ты же знаешь. Я не способен на предательство. Конечно, нет. Ты надежен, точно каменный столб. Нам пора. Моя судьба ждет. Эйвор! Вот то, Селдик! Вперед! Парус поднять! Дочери Эгера благоволят нам. Да, в этих водах я ощущаю великий покой. Этот конунг альвов Альфред. Он далеко отступил? Он сломлен? Готов сдаться? Войско Гутрума преследует Альфреда в Уэссексе. Если повезет, сбросит его в море. Странно, я словно бы далек от этой суеты. Но мы столько сделали в Англии, и сделаем еще больше. Христиане стойкие враги. По их вере, над ними есть тот, кто держит топор. Тот, кто выше всех нас. Это дает им силу. У нас свой топор, и он весьма тяжел. Та женщина, Фулке. С ней я познал много боли и столько повидал. Только удивительного, что я почти что рад ее предательству. Тому, что она с тобой сделала, нет оправданий. Но с каждым ударом плети, с каждым шрамом, после потери руки, мне являлись видения. Если ты видишь в этом пользу, пусть так.
Но Фулке все равно было безумно. Даже безумцы по-своему мудры. Их Иисус был странный малый. Теперь его любит уже полмира. А нам никто не верил, когда мы были юны и лелеяли дерзкие замыслы в медовых залах. Даже отец не верил. Узнаю у своего Сигурда. Может, вернемся в Англию и вместе завершим начатое? Нет, забудь об этом. Будущее впереди. Нас ждет богатство. Я буду с тобой, брат. До конца. Впереди белая ярость! Продолжаем путь! Ты знаешь куда? Знаю, не сомневайся! Мы пройдем сквозь полотно зимы, как меч сквозь соломенную крышу! Утонуть в безвестном фьорде? Что за бесславная гибель? Ха! Вот уж точно! Меньше! Да! Да, мне это знакомо! Эйвор! Пойдем со мной! Остальные ждите Сигурд, а нельзя немного подождать? А, эти ледяные жала! Наслаждайся, Эйвор! Мы идем по пути богов! Куда? К новым льдам и снежным пустыням? К славе! Разве нельзя было переждать эту бурю? На корабле, где нас согрели бы мед и пища? Нет! Это знамение! Следует чтить богов! Они не придут к нам сами! Мы должны идти к ним! Им будет от нас мало пользы, если мы промерзнем до костей! Не бойся холода, Эйвор! Там, куда мы идем, нет ветра и снега! Как холодно, как в самом Нифльхейме. Держись! Осталось недолго! Надеюсь, я уже пальцев не чувствую. Вот. Замерзшее озеро. Мы у цели. И пещера впереди. Куда же ведет этот путь? Скоро ты все увидишь. И повернуть назад будет поздно.
Там пещера, а в ней священные врата. Чистишь? Уже видел все это? Там, наверху. На этом месте был камень Сак, верно? Да, давным-давно. Не подходи.
Схвахой ногват, ун шмембру трур вон дик ворде. Ун шоу лас враз хнока диде. Ун сумху хас рейс дырае хас цаумси. Как ты это сделал? Откуда узнал слова? Я же говорил. Я видел свое прошлое. То, что пережил сам. Идем. Боги. Что за место? Сюда. Этот путь поведет нас дальше. Хоэраси! Сигурд, я не знаю, что сказать. Все это так странно. Просто верь, Эйва. Это место священно. А что там дальше? Дальше чертог павших и золотые поля. И Вальгалла. Устройство. Его создали дверги? Работа прекрасная, это точно. Не думаю, что Гуннар смог бы повторить ее. Эта пещера так глубока и полна магии. Смотри. Древо! Древо жизни! Что это? Как оно великолепно! Как прекрасен его свет! Вот откуда тянутся все корни жизни! Каждый скальд мечтает увидеть такое. Это еще не все. Клянусь всеми именами Всеотца, это лишь малая часть того, что я могу показать. В видениях я шел дальше, в чертог Одина.